Профилактический рейд по круглосуточным кафе, торгующим алкоголем, провел комитет по работе с хозсубъектами мэрии Магадана. Специалисты выяснили, нарушают ли заведения запрет о продаже алкогольной продукции в ночное время и ограничения по посещению мест общественного питания. Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана ведет постоянную работу по проверке исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Группы контроля действуют в ежедневном режиме. Периодически организовывают и такие ночные выезды для проверки соблюдения ограничительных мер продажи алкоголя после 10 вечера. Группа контроля проверила 10 торговых точек Магадана. Среди них магазин «Кафе Градус», кафе «Шашлычное солнышко» и кафе «Марк 2». Пока наблюдаем, законопослушность представителей, торговли. Сегодня еще 25 число, есть запрет на торговлю алкоголем. Насколько мы можем судить, алкоголь не продается. Точки общественного питания закрыты после 22:00. С 23 ноября группы контроля действуют в постоянном расширенном составе. Они проводят такие профилактические рейды совместно с сотрудниками Росгвардии, ОМВД Магадана, представителями общественной палаты города Магадана. Главная задача мобильных групп – ежедневная проверка соблюдения стандартов безопасной деятельности учреждений.